Работу отечественных СМИ обсудили в Мажилисе. На вопросы депутата в ходе правчаса отвечал глава профильного ведомства. Даурен Абаев рассказал парламентариям, когда отечественные сериалы побьют рейтинг корейских аналогов, зачем нужно вернуть рекламу слабоалкогольных напитков и как в министерстве намерены развивать казахстанские СМИ. Ботагоз Саркулова расскажет подробнее. Несмотря на то, что с момента выхода последней серии сериала «Перекресток» прошло уже 16 лет, имена персонажей любимой отечественной мыльной оперы в народе все еще помнят. На протяжении 465 серий казахстанцы переживали, плакали и смеялись с любимыми героями. Успех «Перекрестка» пока не смог повторить ни один отечественный сериал. Тем более, что всем следующим пришлось конкурировать с аналогами турецкого, корейского и индийского производства. И вот сейчас в Министерстве информации и коммуникации обещают качественным отечественным сериалам быть, и они будут конкурентоспособны. Среди населения очень популярны корейские, индийские и турецкие сериалы, поэтому отказаться от них полностью мы не можем. К этому не готовы ни каналы, ни аудитория. Но постепенно мы планируем снижать их количество, менять их на качественные отечественные сериалы. В следующем году планируем снять 10 сериалов, и они будут рейтинговыми. Изменения грядут и в рекламных блоках. Министр сообщил, что вскоре отечественные каналы вновь смогут размещать рекламу слабоалкогольной продукции. Ведомство считает, что такая норма позволит казахстанским вещателям повысить свои доходы. Вот только реклама будет не конкретной продукции, а торговой марки. Предполагается, что размещать ролики можно будет с 23:00 до 5 часов утра. Что касается рекламы на просторах всемирной сети, по данным Мажилисвумен Гульнар Иксановой, порядка 70% средств рекламного бизнеса Казнета приходится на зарубежные сайты. Так, в 2015 году объем казахстанской рекламы на интернет-ресурсах составил 20 миллионов долларов. Из них заказ на сумму 8 миллионов долларов получил Google, 4 миллиона долларов – Mail.ru, миллион долларов – Facebook и еще миллион долларов – иные зарубежные сайты. Отметила парламентарий большие траты телеканалов на покупку зарубежных франшиз. Мол, таким образом телеканалы пытаются увеличить рейтинг. Впрочем, низкие рейтинги, по словам Иксановой, тоже объяснимы. В госсми спускается сверху около 300 различных ситуативных и отраслевых медиапланов. Каждое министерство формирует их по собственному усмотрению. Поэтому госсми вынуждены формально привязывать свои форматы к перечню тем и поручений. Депутаты, впрочем, считают, что грамотно информировать зрителей и читателей о политическом курсе руководства страны очень важно. Если все хорошее, что происходит в нашей стране, показывать с плохой стороны, можно лишиться всего, что у нас развивается, просто не сумев это показать. Информационная безопасность – одна из составляющих национальной безопасности. Очень важно, чтобы СМИ правильно информировали о политическом курсе страны. Хотелось бы вспомнить, что один из золотых принципов журналистики гласит, что не надо опускаться до языка той или иной аудитории. Надо, чтобы эта аудитория тянулась к высокому уровню языка изложения средств массовой информации. Ну, впрочем, этот принцип касается и литературы, и искусства, но о нем, к сожалению, немножко забывают, и не только в Казахстане. Активнее взаимодействовать с госструктурами в ближайшем будущем, возможно, будут и популярные блогеры. Их регистрация предусмотрена в проекте поправок по вопросам информации и коммуникации, которые сейчас разрабатывают в министерстве. Но эта норма не обязательно, пояснил Абаев. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы иметь отношения, правовые отношения с блогерами. Вдруг, если такая возникнет необходимость, может быть, мы с ними будем иметь госинформзаказ. Для того, чтобы госинформзаказ, человек должен быть зарегистрирован. Во-первых, должно быть такое понятие, как блогер. Во-вторых, он должен зарегистрироваться. Мы понимаем, что, допустим, сила и роль определенных блогеров растет. То есть у него может быть подписчиков больше, чем в какой-нибудь газете. Тем не менее, 88% казахстанцев отдают предпочтение отечественным каналам, о чем свидетельствуют результаты масштабного социологического исследования, проведенного по заказу Министерства информации и коммуникаций. На основании полученных данных сформирован проект по модернизации СМИ. Ботагоз Саркулова, Омирбек Изимов, Хабар 24, Астана.